Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим перистальтический насос-дозатор МДП-200 с двумя дозирующими головками. Основными плюсами данного полуавтоматического дозатора являются высокая точность розлива и одновременный розлив 2 тары, что увеличивает производительность. Возможность работы в трех режимах – от педали, с дисплея и в автоматическом режиме с заданным временем и количеством доз. Сейчас мы разольем продукт в тару объемом 50 мл, следом 100 мл. Сначала демонстрирую работу от педали. Теперь сработаю с пульта. Отключаем педаль. В это время педаль неактивна. Сейчас пока вам продемонстрирую еще разок с педали, а потом в автоматическом режиме. Машину мы, естественно, заранее откалибровали. Мне останется только ввести значение 100 мл, выбрать время розлива. Ну, допустим, пока поставлю 7 секунд. И количество циклов. То есть промежуток между циклами 4 секунды, мне надо 3 цикла. Можно поставить, естественно, 999, тогда он будет без остановки работать. Так, еще раз все проверяем. Жмем на педаль. Дозатор выполнил 3 цикла и остановился. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и до свидания.